So right now it's 6 in the morning and we are in the countryside. This is what it looks like. Have you guys seen anything like this? Ну для кроликов унеси, ой, не для кроликов, а для этого. И сразу куда-нибудь одел. Раз, два, три. Не, не получилось. Птички. Да? Да. Прыгают с ветки на ветку. Привет. Мы бегаем по полю. Ржано пшеничный у нас. Понятно. И хлеб у нас. Экспедиторская нарезка хлеба, фантастический, с отрубями, очень вкусный. Надо вот такой попробовать. Первый сорт мы там сошли. Дрожжи, вода, мука. Закваска. Мы из Екатеринбурга. Мы посетили местное производство хлеба и купили ржаного. Это ржаной же хлеб, да? Самого хорошего, свежего хлеба. Очень вкусный.